Грибник, приветствую тебя, уважаемый грибник. Как вы поняли, канал это посвящен грибникам, шампиньоны это, пожалуй, самый популярный среди отечественных кулинаров. Гриб, который успешно приручили и который сегодня культивируется более чем в 70 странах, гриб, который является наиболее изученным на сегодняшний день. Речь идет о шампиньоне. Доподлинно неизвестно, когда именно шампиньоны одомашнили, но история заверяет, что уже к 1754 году в Европе успешно функционировали первые теплицы по разведению этих грибов. Само же слово «шампиньон» означает в переводе с французского «гриб». Однако этот гриб уже давно вступил за пределы Франции. Данные предоставлены сугубо в ознакомительных целях.